Ну что, сегодня Хэллоуин, Валя? Ты Хэллоуин, что ли? Да, я же вон тыковки наготовила. А ну, пятница. В виде пельменей. Нет, по-моему, с 31 октября же Хэллоуин. Что, праздновать будем? Страшилки у нас есть уже, да? Вон, накупал Валера их. Кошек. Падают, да, и человек? Слепили. Пельмени? Че падают? Вот. Ну, ты. Хэллоуин. Мы их подготовили. Ага, оставили. Честно, готовила пельмени. Да, Валера с улицы пришел. Что там разбирал-то на улице? Мы? Ага. И ту разобрался. Да. Спасибо большое. Сидит тут, сидит. Вчера вообще спать захотела, да? Спать захотела в зале. С новым ремонтом, да? Ночью плакала, да? А ты что ночью-то плакала? Да какой ночью? Уже под утро. Выспалась, наверное. Сегодня я так и не докрасила. Хотела покрасить эту стенку, но так я и не докрасила. Пельмени наготовила, пока туда-сюда. Короче говоря, оставила это дело на потом. У меня еще там стирка постиралась, и поэтому... Я считаю, да, короче говоря, мы сегодня целый день убираемся. Вот сейчас покушаю и помою полы, потому что надо полы протереть. Джамшут у меня сегодня прибрался, тут пропылесосил все. Сейчас все приподниму, чтобы мне помыть. И уже сегодня еще стираю целый день. У меня там стирка еще постиралась. Столько вещей набралось грязных. Чуть что и моих только сколько с Валеринами. Ремонт делаешь, все это сыпется, все это капает. Ну, не то, что капает, все равно попадает какая-то грязь. Да, ты будешь пельмешки кушать вкусненькие? Мамине? Будет, конечно. Настя, что там на втором этаже? Да. Лайки? Все в лайки снимается или в ТикТоке? В лайки. И смотри, ТикТок. Вот пельмешки. А что тебе соус положить? О, да. Какой вот такой? Ну конечно, остенький. Или зайдем. Соус на тарелку пришлось положить. И я первый раз. Потому что каждому отдельно. А я первый раз, Элиза, просто такая дала телефон. Ага, первый раз в жизни. Снимать хорошо, да, Валя, расставить непросто. Померить, наверное, лучше. Ты же примерно помнишь. Или зубы? А я отсюда помню, я их ставил год назад. Ну вот это отсюда. Еще же там уголочек. Отсюда, да. Вот здесь я не вижу, где. У меня тут стоят ведра, чтобы красить. Или покрасить сегодня. Сколько времени? Без 29, что здесь? Быстро же. Она быстро высыхает. Сейчас покрасить и задекорировать. И уже закрыть этот вопрос. А потом уже это. Да, вот сюда тогда плинтус пока не ставь. Зачем? Я сейчас покрашу. Вот там. А уже это. Потому что думаю, сейчас если плинтус поставишь, покрасишь, он потом весь белый будет все равно же. Правильно? Правильно, конечно же. Красота. Дуся уже у нас тут лежит. Плинтуса. Да, покупалась. Чистенькая стала. Красивенькая стала. Мягкая какая-то стала. Красавица. Красотка. Плинтуса половесили. Прям лучше стало намного. Так, стену эту я покрасила в итоге. Сейчас полы помыла. И прибралась. Ты, и ты будешь блёстками. Опять. Че? Че? Вот, здравствуйте, будьте здоровы. О, как кто сделал? Я же. Вот, кто сделал? Это я. Сейчас, короче, прикол такой. Настя сидит. Что-то в пульт говорит. Говорит в пульт. Мы с Валерой не поняли. А потом она, оказывается, включает здесь Google
AdSense, да, который помогает, ну, типа, включить там вот это, вот, включите то. Мы еще с Валерой смеемся, ты что, Настя, это же не телефон, мол, типа. Она говорит, ну, так лучше, да, Настя, типа, так лучше, он понимает, когда в пульт говоришь. А потом мы, в общем, Валера говорит, ну-ка, дай-ка проверим, может, реально. Потому что мы обычно включаем, вот, когда Элиза что-то включить не можем, и орем, ага, да ораться не можем. Там, включи игрушки ТВ или еще, ну, что Элиза смотрит. И попробовали включить и тихонечко сказать в пульт. И прикиньте, можно говорить в пульт, оказывается, не можно, а нужно говорить в пульт, чтобы включить вот то, что мы хотим включить, да. Вот, например, смотрите, будет видно. Вот я включаю Google, вот этот вот Google поиск. Семья Борисовых влог. Хорошо, вот видео. Вот папа. Семья Борис Бокс, понял, надо вот так, наверное. Сейчас. Семья Борисовых влог. Хорошо, вот видео. А? Нас включил, прикиньте. И зайдите на наш канал и подпишитесь на наш канал. И ставьте лайки, и колокольчик. Все ставьте, да? На все кнопки сразу нажимайте. Да. Оказывается, вот оно что. А мы сидим, мы включим и орем, не можем доораться, да, чтобы там нам что-нибудь... А я втихаря смеюсь. А Настя, ага, втихаря у нас сидела и смеялась по ходу над нами. Оказывается... У нас ребенок-то самый умный оказался в нашей семье. А Элиза включит, ну как мы, понятное дело, включит там, скажет, ничего не понятно. Она не понимает, там, о чем мы говорим. Оказывается, вот, надо было в пульт говорить. Только где, вот, то ли здесь, вот здесь такая дырочка, пипочка, наверное, может, сюда. Все, Элиза взяла блестки, я теперь вся... блестящие. Меня не больше видно. Раскрасили. Но. Мама, блестаю, как золото. Угу, сейчас Элиза у нас все блестки сделает, да? Элиза взяла Настину футболку, одела, говорит, Элизе как футболка, а мне как платьишко, да? Любимое фиолетовое, да? Покажи. Ой, тихонечко. Опа. Что ты там делаешь? Блестючки? Угу. Я там буду немножко. Тебе. Да мне не надо много. Зачем мне много-то? Чтобы я блестела? Может, это ли? О, как у пальца. Можно губы накрасить, да? И будут блестящие губы. Ну, накрась. Ну-ка. Вот так повернись. Вот так, на свет. О, вообще блестит. Ты блестящая королева теперь. А Настя потихо телефон забрала, да? Сегодня Настя у нас целый день без телефона. Говорю, давай немножко. А завтра Настя пойдет в школу? Да, ты что, яблочко? Взяла огромное. Я в школу пойду завтра. Нет, ты что, у Насти же каникулы. Взяла огромное яблоко, пару раз укусила и все. Она стульчик ставит в холодильнику и сама что надо ей берет, да? Чего? Губы, подожди. Давай, что ты мне губки хочешь сделать? Я теперь вижу. Я первый раз, давай. Лиза, мой телефон. Сама. Как щекотно. Вот. Как блестит. Воздушный поцелуй. Ну все. Она, походу, на меня все блестки выдула. Вот еще остался. А? Вот еще остался. Вот еще остался, да? Сейчас у нас... Сейчас у нас вот так вот губы будут впереди, как у утки. Да, чтобы всем было видно, какие у нас губы. А завтра мы пойдем погулять с Камилой? Ой, аж зачесалось все. Все, мне не надо больше блестки. Какое яблоко огроменное ты взяла. Я сказала, давай тебе свое отдам, а вот это в холодильник. Все, я больше не могу. А ты свое скушала? Скушала. Там было просто... Что маму попросите, мама бы отрезала.
Мне еще сейчас надо этот пельмени будет из морозилки достать, которые заморозились. И обратно поставить эти контейнеры, которые эти. Я вытащила, я же пельмени замораживаю в морозильной камере, достаю контейнеры эти и заложу вот эти, кладу эти пельмешки, доски. Потом они замораживаются, пельмешки, я в мешок и в морозильную камеру. Чё, зимы-то еще нету, раньше на улице форточки. Ладно, все, включили телевизор. На втором будешь спать, да? Здесь. Ну зачем здесь? Здесь же нет розовых стен. Остановиться, мама. Ну скажи. Остановиться, мама. Давай ты будешь на втором. Родители будут в своей комнате спать. Я здесь, а дети будут в своей комнате я спать. Здесь Настя буду. Же спит. Я здесь буду спать. А ты где видела? Где-нибудь видела такое, чтобы там Скай или Три Кота или Свинка Пеппа, чтобы они спали в зале? Где они спят? В зале. Да здравствуйте. Нет, Свинка Пеппа. Ну я сейчас могу включить и посмотреть, где она спит. Папа, не, мама, нельзя, никогда нельзя. Они же спят. Нет. В своих комнатах. Нет. Три кота у них тоже своя. И Лизочка, у тебя есть своя комната? Есть? Да, вот она. Где вы сидите? Это твоя комната? Да. А тебе не кажется, что это... Ужас, это что за игры такие? Настя. Или Настя, не надо так играть. Ну что это такое? Зачем вы деретесь? Элиза, это вот лучше бы погладила ее. А, типа она должна ударить, да? А давай наоборот. Элиза, давай наоборот. Подожди, Элиза. А давай теперь наоборот. Давай. Теперь Настя говорит остановиться. Давай. Зачем ты Настю выгоняешь? Настя потому тебя тоже будет из своей комнаты выгонять. Там же на втором ее комната, правильно? Здесь твоя комната, а на втором Настина комната, правильно? Я буду на втором тоже одеваться. Ну ладно. А ну если ты не будешь Настю пускать, она тебя тоже не будет пускать одеваться? Буду пускать. Буду пускать. Будешь пускать? Да. Так теперь... пусть, значит, она сидит, где она хочет. Остановиться. Мири, про нас. Мири, свири. Какая-то у них своя игра, да? Кстати, я ж так и не показала стену. Она вот высохла. Да. И вот так вот сейчас она блестит. Красота. Все, давайте. А потом... Доставай свою подушку. А потом...
здесь, вон, смотри, окно открыто. Птички видят и Дед Морозу передают. Лиза, давай, включай себе свое что-нибудь. Ты что, не хочешь? Одна спать не хочешь? Сама скажет. Аня слышит? Аня уже все увидели и все услышали. Закрыла? А я окно сейчас закрою. А они уже все увидели. А они на Ютубе посмотрят, я ж снимаю. Настя, тебя тоже, между прочим. Нет, все, надо успокаиваться. Успокаиваться надо. Завтра будете кружиться. Завтра я телефон у вас заберу. Все заберу, телевизор заберу. И будете кружиться. И будете остановиться там, что вы играете. Вот. Я заберу. Ладно. Кружитесь, но завтра вы телевизор не будете смотреть. И телефоны. Будьте да, отдыхать. Да ладно. Я не хочу. Завтра не хочешь? То есть завтра кричать ты не будешь, да? И завтра я вас разбужу в 7 утра. Да. Как первую смену, да. А потом вечером, когда вы заходите спать, мы с папой будем кружиться. Нет, вам нельзя. Чуть нельзя, можно. Нет. Я буду говорить, остановись. Я как Элиза, а ты как Настя. Да. А вы будете орать: мама, папа, хватит, мы устали, спать хотим. Вас в 7 утра разбужу. Да. А мы будем кружиться, мы будем счастливы и радоваться. Ну и ладно. Я тоже спать хочу, а вы орете. Мы с папой устали, а вы орете. Поцелуй Настю, скажи спокойной ночи, сладких снов. Давай, где твоя подушечка? Покажи, покажи подписчикам, где у тебя постельное белье лежит твое. Где? Ну, давай, доставай, покажи, как ты укладываешься спать. Им же интересно, как Элизочка спит. Как? Нет, все. Мам, не покажу тогда. Не покажу тогда. Ладно, один разочек покружишься. Ладно, два раза покружишься и все, да? А сколько? Нет, кричать не надо. Давай мы просто с тобой... Давай договоримся. Сколько раз? Когда я тебя, когда ты так плачешь, я тебя не понимаю. Не надо мне так говорить. Как? И не надо мне так говорить. Как? Как ты сказала? Как я сказала? Договориться? Ты не хочешь со мной договариваться? Не хочу так. А как ты хочешь? Сказала. А как ты сказала? Я же сказала. Я забыла. Да, ну. А я скажу один день. Давай но спать. Давайте вовремя ляжем спать. День. Хотя бы один день. Ладно, мы пойдем спать, а вы кружитесь. Да, что? Нет. Мы пойдем с папой спать, а вы кружитесь. Что нет. тебе нравится? Так, не я надо честно. Себе. А что? Да, а как честно? Как я сказала? А, да я забыла, как ты сказала. Ну скажи мне еще раз.
Мама устала, просто забыла, прослушала, пока ты орала. Ну, как? Ну? Да я же говорю, я и забыла. Ну, можешь мне рассказать? На один день. Что один? Хотя бы покружиться на один день. Один день кружиться? Да, покружиться один день. Ну, ладно. Ночью. Ладно, кружить. Сейчас ночь? Да, мы будем кружиться один раз. Свет, давай выключим. Нет. А ты в темноте пробовала кружиться? Нет, мне сладко. Ну, ладно, кружить, кружить. Все, кружись. Не, а вы не будете там спать. Почему? Будете на кухне. Сидеть, да? Да. Зачем на кухне? Потому что как мы найдем, если не странно будет. Там будет все лампочки не гореть. Ну ладно, мы взяли, оставим свет. А мне будет очень сложно наливать. Что? Холодной водички все это. А мы нальем, здесь оставим. Да не надо. Вы будете на кухне сидеть. Так а мы спать хотим. Мы же хотим, чтобы нам Дед Мороз подарок с папой подарил. Поэтому мы хотим вовремя лечь спать. Мы же с папой послушные, да? Да. Ну. А я очень послушная. Я спать хочу. Я Люзу просто жду, чтобы она ложилась спать. Не знаю. Ну вот, давай, я не могу с ней договориться. Попробуй ты с ней договориться. Может, у тебя лучше получится. А вдруг нет? Кружится. Что нам остается, Надь? Кружиться. Один день. Один день, одну ночь. У тебя же каникулы. Ты же сама тут кричала, я хочу кружиться. Я пошутила. Ну вот, а она нет. Понимаешь, в чем прикол? Она не шутит. С ней шутки плохи вообще. Иди кружись. Опа, даже дверь закрыл, да? Угу. Как все серьезно. Подошла она к вопросу. Ну, все, покружились, повертелись. На сколько ей поставить? А сколько стоит? Как хорошо через телефон. Раз, убавили. 24 на 20 поставь. Она там прибавляет телевизор, а мы так раз через Валерин телефон я у себя удалила, раз ей убавим. Она не понимает, что происходит. Иногда может она заметить. Еще громче прибавить. Да, еще громче прибавить. Мы опять раз через время убавляем. Хулиганка. Вот такой вот у нас сегодня вечер. Кружевной. Халлоуин? Да, да, праздник же. Праздник, да. Отмечаем. Тыковки поели в виде русских пельменей. Ремонт, да, да. Так что всем пока.